Здравствуйте, дорогие друзья! Я понимаю, что многие не могут воспринимать длительную информацию, поэтому выложила все в кусочках, большую тему, но я ее в конце выложу вам целиком. Поверьте, восприятие будет другое. Вашему вниманию фрагмент из большой статьи «Тело света Гаи 12D. Линия сети платинового дракона». Следующий ролик выложу целиком. Суверенные крылья. Мы проходим как физическое вознесение, так и духовное вознесение. Цель состоит в том, чтобы поднять оба вместе, но они часто должны подниматься по отдельности, а затем объединяться позже. То же самое относится и к Гае, хотя ядро планеты находится в 5D, тело света Гаи теперь простирается до 12D. Когда существо проходит 9D, оно обретает крылья и освобождается от кармического цикла. Это переводит их в новую октаву бытия с полной актуализацией 12D, платиновой сети Гая, обнулила свою карму и обрела свободу. Это означает, что у нее есть новая красивая пара платиновых крыльев, простирающихся сквозь время и пространство. Это позволяет ей регулировать свои орбиты, оси и полюса по мере необходимости. В этой новой октаве Гая является суверенной, и ей предоставлена большая свобода решать свою собственную судьбу и направление, в котором она хотела бы двигаться в своей эволюции. Следующий раздел – общение с Гаей. Каждый раз, когда я общаюсь с Гаей, она выражает свое восхищение людьми, она приложила огромные усилия, чтобы сохранять нам жизнь, когда она возносится. Очень необычно, чтобы планета поднималась с разумной жизнью на борту. Этот процесс принес в жертву ее благополучие, но она полна любви и взволнована тем, как много людей прошли через последние врата, прыжок временной линии. Это завершение проекта по возобновлению сети линии дракона Гаи. Вполне возможно, что эта сеть будет открыта для использования человеком в ближайшие годы. По мере того, как могущественные и просветленные существа пробуждаются на Гаи и выстраивают отношения с планетой, она будет решать, кого пускать, насколько позволяет энергия. В это время существа будут проходить интенсивные инициации Гаи, испытания для активации ДНК, чтобы научиться правильно взаимодействовать. На данный момент использование сети линии дракона закрыто для всех, кроме Гаи, до тех пор, пока иллюзия разделения не будет полностью устранена из власти. С драконами можно связаться, чтобы они помогли вам в вашей жизни, но они также обладают свободной волей и действуют по закону единого. Мы все едины. Все это стало возможным благодаря личным усилиям людей по всему миру. Благодарю. Любви, мудрости, силы. Очень тяжело было загружать эти ролики, как никогда. Но я настолько рада, что именно в выходные дни вы получите эту информацию.